Опа, а где награды? Да. Чего нет, что? Награды все поубирали. Да. А, нет, три оставили. Четыре даже. Пять. Да. Награды убрали. Поставили решетки армированные эти, двери. Односторонняя связь с населением. Все, не пускают больше. Вот зачем им двери с кнопками. О, а что, вот кнопки сломались? Ну, типа того. А деньги они не боятся получать? Законный способ отъема у населения денег. Пойдем. Че ты? Давайте разбираться. Вот у меня много вопросов. Да не волнуйтесь, я не украду. Я хочу ознакомиться. Вот эта роспись, это Русина. Вот эта вот закорючка меня не устраивает. Он не умеет писать свою фамилию. Что есть, что есть. Начальник юродела, не знаю, что такое подпись. Договор не заполнен. А где роспись директора на каждой странице? Почему не прошита тогда? Ни ИНН, ни УГРН. А где его паспортные данные? ООО не может подписать договор. Как я могу убедиться, что это именно он? Нету подписи. То есть я тоже могу факсимиль поставить? А где копия протокола общего собрания? Вот это приложение номер 2. Где оно? Количество листов не совпадает. Это требование закона. А где решение собственника? Покажите. Они ничего пояснить не могут. Отказывайтесь. Но они ничего не пояснить не могут. Не получится? А почему вы, собственно, ручно свои фамилии не пишете? Вот этот разговор. А в письменном виде они ничего не направили. Без вариантов. А у вас мой телефон что, в черный список занесен? Че, ждем Русина? Тогда к директору. Принять вас не сможем. До свидания. Ну, хорошо, что хоть не это, рукоприкладством не занимаетесь. Ну, я могу, если хотите. Можете? Конечно. Это угроза? Вынужден, потому что Русин что-то рукоприкладством занимается. Руки я не распускал, называется. Даже сегодня мне ногу прищемил двери. Больно было? Что-то у вас директор сегодня агрессивный какой-то. Какой уж есть. Конечно, есть. Силовым методом решить вопрос. То есть это управляющая компания в кавычках. Мне не выдали надлежащим образом заверенные все. Ну, что поделаешь, видишь, отказываются. По макулатуру суют, и я должен это все принимать.